Зарядка FSD.
пытаются прервать род Дювали. Освободительная армия марлинистов взяла на себя ответственность за атаку на космопорт Дайсон-Сити в системе призов. Главными целями были император Адриан Дювали и его беременная жена леди Астрид Минерва Дювали. Они выжили, но в результате бомбардировки погибли и пострадали тысячи людей. Через пропагандистские каналы РМЛа транслировалось следующее сообщение. Мы возродим республику Аконер, только когда навсегда избавимся от всех Дювали. Наш долг — прервать их рот и освободить народ от имперского гнета. Претор Лео Магнус выступил с заявлением от имени Обета. Примечательно, что последнее сообщение транслировал не Тета Севен, фактически лидер и оратор РМЛа. Мы полагаем, что группировка оружейников Тета Групп, ответственная за создание бомб с щелочными энзимами, раскололась на две части.